Приятного аппетита, мои хорошие, у меня на завтрак яйца. Одно я уже съела. Кушайте с удовольствием, с аппетитом, тем более завтрак. Я без завтрака жить не могу, без обеда тоже, а ужин это святое. Так что кушайте, никого не слушайте. У меня вон сынок, я смотрю, утром открыл малиновое варенье. Блинчики скушал с малиновым вареньем, молодец. Какая-то полусмятка у меня получилась, яйца. Можно было ложкой есть. Чищу, они у меня ходят ходуном под пальцами. Желток потек. Ну надо же. Когда хочешь сварить смятку, стоишь, стережешь. Когда уже думаешь, господи, как угодно сварись, главное сварись, позавтракать. Так они получатся такие, как любишь. Видите? Разломился этот желток. Обалденно жидкий. Как я люблю. Но точно идти надо с лотерейным билетом. Сегодня такой везучий день. Все падает. Ой, вкусно. Ну что, это тоже будем чистить или ложку все-таки возьмем? Ой, написала мне мадама. Сейчас яйцо бью об стол. Вспомнила. Яйца об стол бить, культура какая. Мы аккуратно ложечкой сверху бьем по скорлупе, а потом чистим яйцо. Показатель такта, воспитанности и культуры – это то, когда человек, даже видя недостатки других людей, имеет в себе силы промолчать и не сделать замечания. Вот это действительно – познать дзен, воспитание, быть тактичным, культурным, интеллектуалом, понимаете? А ходить и подгавкивать, где кто как не так яйцо разбил, это вообще показатель не то, что не культуры, это вас в какой-то пещере воспитывали, мадам. Имейте в себе силы не делать замечания другим людям. Вот я же как-то не делаю, меня вот воспитать смогли в деревне. Провинции, как это, лимита. Однако я имею в себе воспитание, имею в себе такт, имею в себе терпение не указывать другим людям, что делать. И на их недостатки, и на их ошибки какие-то, по моему мнению, которые ошибки, я им не указываю. Я просто спокойно наблюдаю, либо не наблюдаю. А вот если меня спрашивают, скажите, пожалуйста, как вы считаете, то, возможно, я отвечу. А если не захочу человека обижать, то я скажу, извините, я не знаю. Вот показатель воспитания. А не лезть в каждую щель и везде свои 3 копеечки вставить. Понимаете? Если вы так орете о воспитании, как орут вот многие мне там в Инстаграме пишут, в ТикТоке. Господи, так на себя надо сначала посмотреть. А то своего в чужом глазу соринку, видимо, в своем бревна не замечаем. Везде каждый или говорит, такая интересная, я записала видео, простите, что-то я накатила, хочется рассказать. Записала видео, где я говорю, будьте счастливыми, и, возможно, вот тогда вы перестанете писать комментарии вот такие вот злостные. А видео, где я говорю, муж меня обеспечивает, все, значит, их взбесило в ТикТоке, естественно. И она мне пишет, у меня времени даже нет поесть. Я сплю по 2 часа в день. Это она мне пишет комментарий. Я тут вся изнемогаю от работы, а ты, значит, тварь, сидишь дома, ничего не делаешь. Но при этом у нее находится время написать мне комментарий. Парадокс. Она, значит, не может, извините, поспать,
Она не может поесть. Ну, на комментарии у нее время находится. Это как вообще? Расскажите мне. Вот я, например, не догоняю. Как это? Вот у меня будет выбор. Лечь поспать, потому что завтра мне снова идти на завод лопатой махать там или кувалдой, понимаете? Вся, я уже изнемогла, я уже устала. У меня ноги отваливаются, я в полете до кровати засыпаю. А нет, подождите, тут же комментарий-то надо особо важный написать, чтобы сказать, насколько я устала. Чтобы все знали. Не все узнают, милые мои. Если я хочу, я там одобряю комментарий. Если не хочу, не одобряю. В чем проблема-то? Так устали, глазки закрыли, спим. Все, отдыхаем. А не комментарии пишем. А то она так устала, говорит, у меня 25 детей. У меня квартира, которую нужно убирать. Я на 84 работах работаю. Мне некогда сходить в туалет. Но комментарий я найду время написать. И пересмотреть все твои видео. И под каждым видео написать комментарий. На это время у нее есть, оказывается. Вот же ж парадокс. Я этот ТикТок читаю, охереваю просто. Прошу прощения за мой французский, по-другому никак не скажешь. Или вчерашняя мне написала бабка. Вся обложена цветами, как будто в клумбе сидит. Она говорит, второй сорт мне. Ну ладно, хорошо, второй сорт. Сортирует она людей. На себя посмотрела, ну не знаю, какой там, 2085 сорт, видимо, она. Ну ладно, я хоть на втором сорте, хорошо. Муж не только тебя одну любит, скоро узнаешь. Ванга нашлась. Третий глаз шоколадный открылся у нее. Начинает с космоса принимать в свой портал сигналы. Муж меня, не только меня любит. Да, не только меня. Он еще родителей своих любит. Детей своих любит. Крестников своих любит. Друзей своих любит. Всех животных он любит. Не только меня, нет. А я не претендую на единственное живое существо, которое он должен любить. Скоро, говорит, узнаешь. Спасибо, я уже знаю. И еще кое-что знаю, что вам пора бы в лечебницу обратиться. Все плохо. Еще людей не сортировала, представляете? Сидит, это как, вот были фашисты, которые считали свою нацию лучше остальных наций. И они людей сортировали. Сортировали, сорт у них был, да? Этот плохой, его надо сжечь. А этот хороший, нормально, дальше живешь, размножаешься. Так и это, сортируют людей, второй сорт. А кто дал право сортировать людей, я что-то не понимаю вообще. У нас куда мир катится? Я не обращаю внимания на эти комментарии. А как не обращать? Я же читаю, я же удивляюсь не комментариям, я удивляюсь, представляете, это просто эти создания ходят вокруг нас. Вот сидит милая бабушка в клумбе с цветами, вся как Филипп Киркоров обложилась ими. Она сидит, милая бабушка, вроде фотография у нее, да, какое-то еще выражение написано, твори добро на всей земле, понимаете, и пишет вот такую вот вещь. Страшно. Вот так вот идешь по улице, думаешь, сидит милая бабушка, сейчас пройдешь, она тебе в спину топор. А потому что такие бабушки у нас сейчас. Если раньше бабушки там кричали с лавочки «проститутка», это было самое там безобидное, да, грубо говоря. Ну, посмеялись над ней, все. То сейчас они в интернете, и каждого готовы разорвать. Вот такие бабушки сейчас у нас пошли. Это как вообще? Это как вообще? Я тут не понимаю. Бабушка. Да иди пирожки пеки. Дедушке своему. А не в интернетах шарься. А шаришься, так не пиши гадости людям. Тебе же скоро уже тапочки мерить, про отцам там ходить, здороваться, ё-моё. Не бояться Бога вообще. Ну ладно, не бояться. Да тебе же все твои вот эти вот проклятия, и все это вернется 25 раз. Обалдеваю. Даже если в это не верить. Вот она не верит, что ей там все это вернется. А самой, вот представляете, вот написать гадости... Неужели настроение лучше становится? Я чуть не пойму. Вот у меня, если я в конфликт с кем-то вступаю, у меня настроение уже все. Не то. А тут прямо, понимаете, пишет сама целенаправленно и говорит, если бы вы была умная, вы бы не отвечали. Ой, ёб твою мать, пардон. Да если бы ты была умная, ты бы не написала. Не на что мне было бы отвечать, если бы ты была умная. А для чего пишут? Для того, чтобы кто-то прочитал и все? Я всегда думала, что комментарии пишут для того, чтобы на него ответили. А оказывается, когда ты отвечаешь, получается, если бы ты была умная, то ты бы не отвечала. Здрасте, приехали. Если бы была бы умная, мне не было бы причины кому-то что-то отвечать. Все.
Но есть и радостная новость. Начали за здравие, закончили за упокой. Мы наоборот. Начали за упокой, закончили за здравие. Помните Владимира Саркисяна? Помните? Так он меня похвалил! О! Радость-то какая! Благодарю вас! Похвалил, написал, что роллы у меня хорошие получились. Пламенный привет вам, мой дорогой. Все, смотрите все остальные ролики. Если увидите сейчас мой спич, то можете тоже что-нибудь написать. Все, друзья мои, доброе утро, высказалась тетя Оля. Поехала в магазин, волосы сначала высушу, а то прям так с этим барахлом на голове попру. Все, а я один раз в тапочках вышла, ничего.